Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Мегафон, и мы продолжаем проходить сюда у вас на вас. В прошлой серии была просто какая-то невероятная жесть. Мы потеряли Генри Сэма. Очень все было печально. Вот мы продолжаем двигаться, у нас же осень. И это Джексон Кантри. Какая-то река очень красивая, между прочим. И мы наконец-таки поменяли одежду. Да. Очень редкость. Большая редкость, что мы меняем одежду. Но, тем не менее, мы продолжаем двигаться к Томми. Нам нужно к нему добраться. Вот тебе и дорога. Пойдем по берегу. Река приведет нас к Томми. Давай. Что давай-то? То есть мы уже рядом с Томми. Ну, хоть что-то уже радует. Хоть какая-то цель за всю эту игру будет выполнена. Потому что просто... А что у вас произошло? О чем здесь Капитолия? Ты о чем? Вы с Томми не вместе. Значит, что-то случилось? Небольшая размолвка, вот и все. Я так и знала. Что не поделили? У Томми свой взгляд на мир, у меня свой. И поэтому он примкнул к цикадам? Да, твоя подруга Марлин подарила ему надежду. Но Томми такой человек, запала у него хватает ненадолго. Он ушел. Ну и как вы с ним расстались? Кажется, он сказал, надеюсь, больше никогда не увидеть твою рожу. Ого. А он нам поможет? Это мы скоро узнаем. Ну, так или иначе, до цикад мы доберемся. Идем дальше. Ну, да, если мы не доберемся просто так, то по частям точно. Но мне кажется, что когда мы ему скажем, что мы помогаем цикадам, он точно нам поможет. Да, теперь все, блин, оказывается намного сложнее, чем я думал. А что это? Это дамба. Вот это гидроэлектростанция. Гидро кто? Она превращает энергию потока воды в электричество. Как она это делает? Слушай, я знаю, что она делает, а не как. Ладно. А как мы переберемся на ту сторону? Вот и все. Вот это все. Я доволен. Стоп. Чего? Мы сейчас дали патроны для какого-то очень странного пистолета с прицелом. Это нормально, нет вообще? Или не нож? Давайте лучше вот бомбу сделаем. А, ну бомба. Ну да, бомбу сделаем. И это силки, потому что что-то у нас как-то печально все стало. С этими битвами этим еще там как-то очень много начали. Ну, в прошлой серии очень много раз умер. У меня пальцы болеют чуть-чуть уже. Ну, это полпути. Если поднимем вторую часть, переберемся. Вы ведь не хотите мне сказать, что мне надо воду прыгать, да? Вы не хотите... Вы хотите сказать, что я сейчас должен сюда прыгнуть? Да вы что, охеревшие, что ли? Ой, как это офигительно. Даже нырнуть можно? Офигеть! Слушай, ну столько плюх, наверное. У меня похоже сюда. Так, стоп. Я нашел, похоже, плод, на котором я Элли переведу. Надо как-то спуститься сначала. Вот так вот. Так, надо быстрее все это дело делать. Что я... А что делать? А что делать? А как? Твою мать. Треугольник успел. Ты тоже давай. Так, Элли, тебе нужно... Знаю, встать на грёбаный плод.
Умница. А куда он? Ой, не-не-не-не, не сюда. Наверное, надо все-таки убрать воду, или как-нибудь переберемся там. Я буду брать сейчас поток ключевицы, наверное. Команда. Ага. Как там она говорила, нас не сломить, да? Нас не сломить. Почему-то я думаю, что мне сюда. Мне, по-моему, сюда надо, поэтому я пойду туда. Просто два хода, а я не знаю, куда мне идти, потому что если я пойду на правильный, то я где-то что-то пропущу. Вот, например, вот здесь. Какой мишка. Какая маленькая могила. Я забыла оставить робота на его могиле. Что мне с ним делать? Элли. Что? Я хочу поговорить об этом. Нет. Почему нет? Сколько раз будем это обсуждать? В жизни разное случается. Что поделать? Просто... Хватит уже. Ты прав. Извини. Идем к Томми. На него похоронили, по крайней мере, а здесь это жив. Уже нет. Где же Томми? Где же Миссель? Знаю, мне тоже. Вижу белку, сразу стреляю. Выберемся отсюда, тогда и о еде подумаем. Ну белку-то за что? За что белку-то трогать? Белку не надо. А вдруг еще белка зара... А, ешь, похер. Очень. Это же Элли. Она может зомби съесть и все равно идет. Правда, блеванет, наверное. Идем туда. Обойти не получится. Пойдем через завод. Еще броневики всякие. О, пай, что такое? Это новый... А, вот я, кстати, вот такой патрон забрал. Это пистолет с прицелом? Это Эль Диабло. Нет, ребятки, знаете что? Мне вот это больше нравится. Карта электростанции. Я вообще-то открыл, чтобы сделать шмот. Клош! Запас ножей. Хороший запас ножей. У меня снайперка есть. Зачем мне пистолет с прицелом? Так, лишний патрон есть. А вот через электростанцию мне что-то как-то не очень хочется идти. Там, наверное, конечно, что-нибудь будет. А ну стоять! Томми. Девчонка опустит оружие. Ну! Там Томми. Элли, делай, что говорят. Там Томми. Ладно. Слева. Что, заблудились? Томми. Мы не знали, что здесь кто-то живет. Просто хотели пройти насквозь. Куда насквозь? Это свои. Ты их знаешь? Только его. Мой родной братец. Томми. Охренеть. Как поживаешь, малыш? Ну и ну. Да. Ну покажись хоть. Да, ты постарел. Скоро сам таким станешь. Это Мария. Повежливее, она тут типа всем заправляет. А, мэм. С
спасибо, что не пальнули. Было б неловко пристрелить своего деверя. Рано или поздно нас всех окрутят. Ты Элли? Да. Куда путь держишь? Это долгая история. Идемте все под крышу. Да. Голодные? Ужасно. Ложная тревога! Это свои! Нам пришлось отбивать налеты. Тут полно бандитов. Несколько дней здесь тихо. Ты как сюда попал? Я думал, ты в Джексоне. Пытался запустить электростанцию. Она работала. Ушли. Но потом одна турбина накрылась. Электричество есть. Было. Мы снова ее запустим. Не может быть. У вас есть лошади? У нас их полно. Эй, Томми, помоги-ка мне. Извини, я сейчас. Можно? Да, конечно. Она любит, когда чешет за ухом. Ездила верхом? Да, бывало. Да, и где это? Уинстон, солдат в зоне, меня учил. Если хочешь, потом можешь покататься. Было бы круто. Вот. Спасибо, Томми. Без проблем. Ну, пошли дальше. Эрл? Да. Почему ты здесь? Ты должен был уйти обратно. Жду, когда меня сменит Хаузер с парнями. У нас все будет в порядке. Иди домой к семье. Осталось пару часов, я подожду. Ладно, как скажешь. Слушаю. Мы в зале управления. Стив сейчас пустит ток. Ты подойдешь к нам? Я бы лучше поела с Элли. Все равно моя очередь. Иду. Я с тобой. Иди с Марией, поешь чего-нибудь. Джоэл! Идем, Элли. Пускай мальчики поговорят. К вам идет Томми, ждите. Пошли. Они уже в шестой раз пытаются запустить турбины. Мы здесь неделю. А кажется, прошла вечность. Хочу отдать тебе кое-что. В прошлом году я был в Техасе, дома. Почти все наше добро пропало. Почти все. Вот. Вполне нормально, хоть и выцвело. Это зря. Не надо. Точно? А чё? Сказал же. Ладно. Оставлю себе. Томми, надо поговорить. Наедине. Да, ладно. Только ребят сейчас проведаю. Идем. Начал, блин, напоминать. Ой, что ж такое-то? Я на профессор случайно нажимаю. Ой, суки, здесь тика. Блин, тебе можешь и сюда, но я сюда пойду. Слышал, но города не узнать. У нас уже больше 20 семей. Мария и ее отец решили, что мы должны сами себя обеспечивать. У нас есть зерно и скот. Помнишь, мы думали, что так жить невозможно. А вот у нас получилось. Как вы защищаетесь? Взрослые по очереди охраняют периметр.
Запустим электростанцию, будет ограда под током. Но вы все равно сталкиваетесь с зараженными. А кто нет? Такое уж время. А ведь может быть иначе. Не совсем как Марлин. Привет. Это Бакли. Сторож он никакой. Хороший пес. Но с ним веселей. Ладно, милый. Пошли. Эти гении восстановят электростанцию. На этот раз все получится. Не веришь? Я так не говорил. Ставлю 1 000 000 баксов, заработай. Ага, ставлю 2. Все почти готово. Им просто нужно приладить щит. Спокойно. Лев, береги. Да, вот так. Ты проспорил 2 000 000. Ладно, Джо. Поговорим. А вас тут немало. Мы все получили здесь второй шанс. Они нормальные парни. Чего не в Бостоне? Да вот, ввязался в одну авантюру. Все из-за этой девчонки, да? Угадал. Все из-за этой девчонки. Ну, выкладывай. У нее иммунитет. К чему это? Она при мне вдохнула столько спор, что хватило бы 10 рым. Ничего. Я тоже не верил. Сам увидишь. Ладно. Поверю. А я при чем? Я должен отвезти ее к цикадам. Ты с ними явно знаком. Закончишь дело, получишь всю оплату. Цикад я 100 лет не видел. Ты знаешь, где они. Мне много не надо, Томми. Дай простую снарягу, и я отправлюсь в путь. С чего ты взял, что я соглашусь? Да ради себя, Томми. Ради твоих парней. Я теперь семейный человек. И не могу так просто рисковать жизнью. Господи. Ну пусть Мария пошлет пару ваших братьев во Христе. У них тоже семьи. Томми, прошу тебя. Нужна снаряга. Бери. Но с девчонкой своей возись сам. Вот она, благодарность. За что бы? Сколько лет я о тебе заботился. Так это забота была? Да мне года с тобой вспоминать страшно. Благодаря мне ты жив. Лучше бы я сдох. Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет. А ты решил повыделываться, малыш? Ты не в Бостоне. Только попробуй тронуть меня. Это плохо кончится. Да что это за хрень? Черт, на нас напали. Что, убивать не разучился? Нет. Черт, бандиты! Остановите их! Не пускайте внутрь! Джо, ты дебил, скажи мне. Зачем он решил избавиться от Тедди? Мысли падают. Джоу решил избавиться от Элли? Что? Серьезно, что ли? После всего, что вы, блин, пережили вместе?
Охереть ты вообще не очень. Живой еще? Нет, ну Джоэла точно вот убил, реально. Просто я бы Элли не оставил. Потому что Элли вот реально, она... Вот, по-моему, уже только Джоэл может ей помочь. Тебе конец. Ой, мимо. О, чёрт! Куда я попал, а? Вот это сейчас плохо, я зашел. Ой, из дробовика в спину, это плохо, да. Я сейчас зашел прям сильно далеко. Да, 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 я знаю. Как-то я реально плохо сделал. Еще раз считай, как ты это умер как-то быстро. Да ты что? Нет, мы в ловушке. Мы идем к тебе. Оставайся. Элли, твою мать. Опа. Мария, проклятие. Топор. Оу! А не больно ли? Так, хорошо. Что тут? Вот здесь! Нет, или я ни в коем случае не брошу. Вот это вообще. Это меня сейчас больше шокировало, вот эта мысль. Джоэла какая-то очень странная на самом деле. Приключения. Всегда весело. Ой, мимо. Чё, охерел, что ли? Ма топором. Ой-ой-ой.
Где они? Уроды. Когда-нибудь я найду вашего главаря, поняли меня? Элли! Скажи мне, ты не ранена? Нет. Черт. Пойдем-ка поговорим. О чем тут говорить? Пусть найдет кого-нибудь другого. Мария, я просто не смогу с этим жить. Да сам. Людей мы сегодня потеряли. Сам пойдешь. Джилл, сам пойдешь. Случайно не обо мне? Потом поговорим. Узнал, где лаборатория? Элли, поговорим потом. Потом? Ну-ну. И что с того? Одна ошибка. Один неверный шаг, и я окажусь вдовой. Ты этого хочешь? Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь? Иди. Мария. Мария. Началось. Так. Если с ним хоть что-нибудь случится, виноват будешь ты. Она беспокоится. Да, я знаю. Джоэл, я отведу девчонку к цикадам. Можешь не волноваться. Я так и думал. Надеюсь, какой-то толк будет. Пойду скажу Элли. Повтори, не понял. Джоэл! Что такое? Твоя девчонка только что увела коня и смылась. Е-мое, куда? Охеренчик. Она сбежала. Она только что ускакала. Вернись назад, хоть убраться поможешь. Ладно. Тихо, осторожно. Тихо. Вот, да. Там следы. Ну? Ну куда она убежала-то, блин? Я сам-то этого не хочу. Я сам не хочу, чтобы Элли осталась с Томми, потому что не думаю, что он поможет. Тут нужен именно Джоэл. Она не могла далеко уйти. Мы ее найдем. Вот упрямая. И часто такие приколы? Таких еще не было. Не знаю, в чем дело. Да понятно, в чем дело. Она с тобой вот тут хочет идти. Ничего особенного. Я вот вообще не вижу. После того, что они, короче говоря, вместе вот прошли, да, он хочет ее теперь бросить. Офигенно просто. Не понимает то, что только он может помочь ей. Сюда она не пошла. Так, давайте телефон звоню. Так, твою мать, это тупик. Мы туда прибежали. Она сюда вбежала. Ну пошла. Элли, чем ты думаешь? Боже жопы. Вот, следы. Отлично. Растяжка! Или это не растяжка даже, что это только что было? Бандиты? Сколько их там? Опять? Да хренища! Обойди их, я прикрою! Ох ты ж! Ты не там пыление охерел, а? Эх, одна, козёл!
Жить. Так, стоп. Ой, это Томми, господи, я уже думал, этот чувак вырезать меня нашел. Смотрел его. Все? Вроде закончились, да? Твою мать! Так еще один остался, да? Нашел. Почему я такой косой? Я херел там по мне стрелять-то, нет? Все, больше нет. А, что делать-то дальше? Ну, понятно, все делись. Как бандиты, блин, она убежала. Теперь. Идем к лошадям. Тут бандитов дофигища. Она с ними точно не справится. Если она справлялась как-то зараженными, то с этими она не справится точно. Или что ж ты делаешь-то, а? Следы ведут сюда. Только бы до нее не добрались. Я тоже что-то об этом думаю. Все, нашли. Хорошо. Кстати, дождь закончился. Солнце. Вроде никого. Ты мать, ну вот если с Элли что-то случится. Осторожно. Элли. Элли. Элли! Я здесь! Ах ты, господи. Еще отзываю. Офигеть! Я постригу. А вам не надо говорить. Джилл, только не убивай или сам виноват. Элли. Так, вот ее комиксы. Я комиксы нашел. Так где она?
Ну, наверное, в той комнате я сейчас смотрю. Это правда все, что их волновало? Парни, кино. Какую бы лучше маечку надеть? Да. Ну, вот еще думала. Так странно. Вставай, мы уходим. Пошли. А если я не хочу? Ты хоть понимаешь, что значит твоя жизнь? А? Взяла и убежала из идиотской прихоти, как глупый ребенок. Значит, мы оба друг друга разочаровали. Что ты от меня хочешь? Признай, что ты мечтал меня сбагрить. Томми знает эти края да лучше плевать. Меня. Ну извини, ему я доверяю больше, чем себе. Хватит прикидываться. Чего ты так боишься? Что со мной будет как с Сэмом? Я не могу заразиться. Я могу за себя постоять. Сколько раз мы чуть не погибли. И тем не менее, до сих пор живы. Томми сумеет лучше о тебе позаботиться. Я не она. Что? Мария рассказала мне про Сару, Элли. И я... Ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Мне жаль твою дочь, Джоэл. Мне знакома боль утраты. Ты понятия не имеешь, что такое утрата. Все, кто был мне дорог, либо умерли, либо ушли. Бросили! Все, кроме тебя! Так что не говори, что с Томми мне будет лучше. С Томми мне будет еще страшнее. Ты права. Ты не моя дочь. А я тебе не папочка. Тут наши пути расходятся. Завязывайте, мы не одни. Двое на подходе. Внутри их еще больше. Смотри там. Выходи, трус. Вау! Бегаем! Так, все, уходим отсюда. Или еще не все? Порядок. В доме чисто. Никого. Помочь тебе? Я сама. Пошла.
Вот и дом. Вечером кино будет. Где лаборатория? Далеко, в университете Колорадо. Гаудамус. Элли, слезай с коня. Верни его Томми. А этого я заберу, если ты не против. Ну что, два раза просить? Я не понял. Опасаюсь твоей жены. Больно уж она грозная у тебя. Прости, что украла лошадь. Ты чего? Пошли домой. Давай хоть поговорим. Ну что говорить, я все решил. Значит, в Колорадском университете. И где она там? В научном корпусе. Такая, как зеркало. Не пропустишь. Передавай привет жене. Мы всегда тебе рады. Знай. Готова? Готова. Адьос, братишка. Пошла. Да купил. Другой команды. Это называется перехват. И если 10 ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. Как все сложно. Даун. Просто можно сыграть пару раз, и все поймешь. Ну что ж, ребятки, я пока что предлагаю на этом закончить, так что, если вам понравилось видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. С вами был Мегапол, всем удачи, до новых встреч.